Блин, сегодня целый день играю в эти залипательные игрушки. Тут вон бегаешь, прыгаешь, и мне за это платят. Кстати, давайте сейчас покажу, сколько я с этого уже заработал. Вот, заходим на Киви. Смотрите, сегодня мне в 16.59 пришло 37 рублей. Потом еще 20 рублей буквально через 3 минуты. Потом еще 50, еще 40 рублей. В общем, кайф. Ничего сложного, просто играешь, и тебе периодически капают деньги. Опа! Вот, кстати, только что пришел платеж еще один на Киви. Влетаем с ноги в этот выпуск с сайта CryptoWin. Это проект с бешеным заработком, и тут есть сразу несколько способов заработка, и давайте я вам о каждом расскажу. Первый – это халявный сбор денег каждые 15 минут. Вот, просто нажимаем «Получить вознаграждение», проходим здесь капчу, нажимаем вот так вот «Готово», «Забрать монеты», и нам за это на баланс упало 4 сатоши. Кто не знает, сатоши – это часть биткоина, как копейки у рубля. 4 сатоши – это примерно где-то там 15-20 копеек в зависимости от курса биткоина. Второй более прибыльный способ заработка – это просмотр сайтов. Вам необходимо переходить на указанные сайты, сидеть там по несколько секунд, и за это вам будут платить. Вот, переходим на первый, сидим на этом сайте 30 секунд, возвращаемся на сайт, и вот нам за это тоже заплатили 4 сатоши. И так эти сайты здесь можно смотреть вообще хоть сотнями в день и за сутки вытаскивать по 50, по 60 рублей. Также на этом сайте можно запустить полностью пассивный заработок с тех денег, которые вы заработали. Например, вы за час заработали, скажем, 1000 сатошей, это 40 рублей, и вы их можете сразу вывести, а можете закинуть сюда, на пассивный заработок. Тогда вы их вывести отсюда не сможете, но зато вам каждый день с них будет капать по 0,7% от той суммы, которую вы сюда закинули. И через несколько дней ваша сумма окупится и будет приносить вам деньги на полном пассиве, даже когда вас нет на сайте, даже когда выключен телефон. Опять же, делать это не обязательно, это как один из способов заработка. Таким образом, залетая на этот сайт каждый день и выполняя быстренько все, что есть, можно поднимать по 100, по 150 рублей. Минималка на вывод здесь 200 сатоши, это всего лишь 7 рублей. Вывести можно на биткоин кошелек, который необходимо создать на сайте Faucet Pay. Тут нет ничего сложного. Вот, зарегистрировались на этом сайте, и вот он ваш биткоин кошелек. Кстати, биткоин кошелек нужно будет указать на сайте CryptoWin при регистрации, поэтому заранее регистрируйтесь на сайте Faucet Pay, ссылку на него оставлю под видео. Дальше идет приложение Super Reward. Тут есть 4 различные игры, и вам платят просто за то, что вы в них играете. Приносят они примерно одинаково. Ну и давайте покажу одну из них. Ну вот, например, выбираем первую. И вот эта игра, это копия известной игры Subway Surfer. Вы здесь бегаете, прыгаете, собираете монетки и так далее. Только единственное отличие, в этой игре есть уровни. Как раз таки за прохождение этих уровней вам платят. Таким образом, чем больше играете, тем больше получаете. И за каждый пройденный уровень, вот, платят по 15 монеток на баланс. Но также я заметил, что иногда платят по 15 монет, когда ты зашел в любую игру и сразу вышел. Это вот такой лайфхак, можете использовать и даже не проходить уровни. Также каждый день бонусом вам выдается 100 коинов на халяву. И по итогу здесь за сутки можно заработать примерно от 1 до 10 тысяч таких монеток. Эти монеты можно вывести на донат в игре. Вот, например, 9 тысяч монет — это 110 алмазов в игре Free Fire. Или 8 тысяч монеток — это 60 монет в игре Battleground. Или можно просто вывести на Google Play и потратить на донат в любую другую вашу любимую игру. Если вы играете в игры, то это супер. А если нет, то сейчас покажу, как эти монеты перевести в реальные деньги. Первым делом скачиваете игру, в которую эти деньги можно вывести. Например, это Free Fire. Копите деньги в этой игре, а затем в поиске ВКонтакте пишите «алмазы Free Fire», и здесь появляется куча групп, где люди продают и покупают эти алмазы и аккаунты из этих игр за реальные деньги. И вы просто находите участников, пишите «привет, у меня есть столько-то алмазов, могу их продать, а могу продать весь аккаунт». Я вот нашел всякие магазинчики, здесь 5000 алмазов, это примерно 800 рублей. Ну а если продаете все сразу вместе с аккаунтом, то можно ставить цену в 2 и в 3 раза дороже. Дальше идет бомбическое приложение. Приложение Top Rich с, по сути, полупассивным способом заработка. Тут ваша задача закупать автомобили, которые вот так катаются по кругу, и каждый раз, когда они пересекают эту финишную черту, вы получаете вот такие вот деньги. На эти деньги вы можете покупать другие автомобили. И смотрите, у каждого автомобиля есть свой уровень, и чем он выше, тем больше денег эта машина приносит. И первое время у вас будут только вот такие вот автомобили первого уровня. И чтобы получить автомобиль второго уровня, вам надо эти автомобили скрестить. Вот, скрещиваем, получается автомобиль
автомобиль второго уровня, еще второго, скрещиваем второй и второй, получается автомобиль третьего уровня и так далее. И когда вы так открываете новые уровни, то есть вот у меня сейчас максимальный 16-й, вам за это платят реальные деньги, которые можно вывести. Так что ваша задача постоянно повышать уровень ваших автомобилей. И у меня вот уже 16 уровень, и чтобы получить 17-й, мне надо создать машину такого же 16 уровня и скрестить с 16-м. И не обязательно постоянно скрещивать машину с нуля, то есть с первого уровня. Можно вот купить сразу машину 12 уровня. Вот, покупаем еще 12-го, раз, сразу 13-й уже. Но машины с каждым уровнем все дороже и дороже, но, естественно, они приносят деньги все больше и больше. Вот, допустим, машина 12 уровня стоит 117 миллионов, и чтобы накопить, нужно, естественно, подождать, поэтому вы можете телефон оставить, а деньги все равно будут вам капать. Или, если вы не хотите копить на дорогие автомобили, вы в магазине можете покупать любой автомобиль с первого уровня, закидывать их на трек, и пусть себе катаются и ускоряют ваш заработок. За каждый новый уровень автомобиля тут платят по-разному. Я вот поиграл минут, наверное, 7-8, сделал автомобиль 16 уровня и за это получил 42 цента. Это 35 рублей. Прикиньте, буквально за 8 минут 35 рублей уже заработал. Также здесь вам каждый день выдается по 5 билетиков на колесо удачи. Тут могут выпасть и деньги, на которые вы покупаете автомобили, и деньги, которые вы выводите. Давайте крутанем, посмотрим, что выпадет. Вот, мне выпало 540 миллионов монеток. И как видите, с нуля буквально за 8 минут можно заработать примерно 30-35 рублей. Значит, за сутки тут на изи можно поднимать по 200, по 300 рублей. Просто суть в том, что заработок ваш будет замедляться, так как новые машины будут стоить дороже и дороже, и, соответственно, копить нужно на них будет все больше и больше. Минималка на вывод всего лишь 1 цент. Это 70 копеек. И вывести заработанные деньги здесь можно в криптовалюте TRX, либо USDT. И обе эти криптовалюты есть на Payeer кошельке. Вот USDT, а вот есть TRX. Вот, например, TRX. Нажимаете «Пополнить». Здесь просто копируете этот кошелек и при выводе в этом приложении его вот сюда вставляете. Ну и, соответственно, жмете «Вывести». А затем прямо в Payeer TRX обмениваете на рубли и выводите на Kiwi прямо с Payeer. А также советую посмотреть еще одно мое видео, где я показал целых 3 приложения, в которых вам платят по 250, по 300 рублей за несколько часов, просто за то, что вы играете в игры. Ну и обязательно ставьте лайк под этот выпуск, подписывайтесь на канал. Пока!